Никах – одна из важнейших церемоний в жизни мусульман. Свадьба для молодых людей должна быть запоминающейся. Некоторые к этому событию подходят особенно тщательно. Уфимцы Талгат и Фатима провели свой никах в башкирских национальных костюмах. Некоторые монеты на нарядах датируются 17 и 18 веками. Костюмами отличились не только жених с невестой, но и гости. В итоге получилась очень красивая церемония в этностиле. Спустя полтора года пара с нежностью вспоминает тот торжественный день. Наши предки так его именно проводили. У меня есть сильная связь с предками идет. Я очень люблю нашу национальную культуру, обряды, традиции. И поэтому мне хотелось сделать никах таким, какой он был много веков назад, то есть как его проводили наши предки. Оказаться самой в этом времени. Там, мулла у нас даже был в аутентичном башкирском костюме. Вот. Это не сценические костюмы, в которых танцуют, а именно аутентика, в которой ходили наши предки. Благодаря столь необычному никаху о традициях башкирского народа узнало огромное количество людей. Сами молодожены признаются, что не ожидали, что их свадьба привлечет общественное внимание. О них даже писали в СМИ, не говоря про социальные сети. Традиционно все время был важен именно никах. Получить разрешение у Всевышнего о том, что вот теперь мы муж и жена. А все вот эти вот свадьбы, они в большей степени пришли уже из европейских стран. То есть у меня идея была именно сделать красивый никах, показать то, что вот так тоже можно его сделать. То есть так можно его весело проводить. И чтобы он на самом деле, показать его значимость и первоочередность, нежели сама свадьба. Уникальная вещь, которую я смогу передать своим детям из поколения в поколение, и мы сможем рассказывать по этим костюмам о башкирском костюме, о традициях, что означает, о смыслах этого всего. Нашумевший на весь город никах привлек внимание многих молодых пар республики. Для помощи им Фатима совместно с коллегами создала агентство по продвижению и популяризации башкирских свадеб. Одна из первых церемоний прошла на этносемейном фестивале, где за никахом наблюдали все желающие уфимцы. Им по 20 лет, но они такие искренние, такие прекрасные. И им очень было интересно провести для них этот национальный никах. У нас такая замечательная команда собралась, то есть реконструктор одежды Ильдар Гатаулин предоставил свои национальные костюмы. Девочки, организаторы, мои две подруги, одна декоратор Гузель Хайбулина, вторая режиссер Айсула Бегускарова. И вот в этом тандеме нам очень легко работается, поэтому было совершенно нетрудно, и мы просто сейчас очень счастливы от того, что мы это сделали. Параллельно Фатима планирует производство одежды и аксессуаров с элементами башкирских орнаментов. А в настоящее время девушка запустила мастерскую, где шьют стильные теплые зимние куртки, в которых не замерзнешь, даже если будет минус 30 градусов, что в Башкортостане не редкость. Алина Таюпова, Альфия Ильясова, канал «Алиф», Башкортостан. Oh.